Сотни мусульман собрались в Самарской соборной мечети на коллективный намаз, чтобы с первыми лучами солнца встретить важнейший праздник Ураза-Байрам. Этот день отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений. Пост призван научить человека справляться с испытаниями. В этом мире очень много потрясений, очень много страданий. Человек теряет, родственников теряет, имущество теряет. Поэтому человек должен быть готов ко всему. Но основное, конечно, то, что человек должен иметь силы душевной и физической, чтобы бороться, как я сказал, со своим нафсом, эго, так называемое, страсть, самолюбие, себялюбие, самость человека. На Уразу-Байрам принято посещать родственников, друзей, дарить подарки, всем вместе садиться за праздничный стол и поздравлять всех верующих. Поздравляю всех мусульман и всего мира, короче, это. Всем желаю удачи, благополучия, всего наилучшего. С праздником всем поздравляю, желаю всем счастья, здоровья и успехов всей жизни. Сегодня в ряде мусульманских стран и республик объявлен выходной день, так как Ураза-Байрам выпал на воскресенье. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.